чем разница, но это когда вы увидите, да. И на самом деле в последнее время появилось немало таких вот сторонников плоской Земли. Мы видели видеоролики по всему интернету, в том числе ходят. А что бы вы могли сказать этим людям, Александр? Ну, подтвердите нам либо одно, либо другое. По-моему, сторонники плоской Земли — это просто такой классный профессиональный космический троллинг. Ну, я не верю, что люди могут быть настолько идиотами. И, конечно, и добавить, как словам Сергею, нечего. Хорошо, то есть она круглая. Понятно. В последнее время очень большую популярность приобретают видеоблоги. И, в принципе, только, наверное, космонавты остались...